К вестям обратились жители улицы Подгорная, Карачаевска. Люди жалуются на плохое состояние дорожного полотна и на то, что на протяжении многих лет на их улице не проводились никаких ремонтных работ. Суть проблемы попытался вникнуть наш корреспондент Ахмат Халкечев. Как утверждают сами жители улицы Подгорная, капитального ремонта у них не было аж с советских времен. Дорожное полотно каждый раз смывают дождевые стоки, которые бурной рекой идут из ущелья в дни непогоды. Без кардинальных мер проблему не решить, уверены люди. Необходимо строительство новой системы водоотведения, способной справляться с сильно возросшим в последнее время объемами грунтовых и ливневых вод, резюмируют горожане. Это издевательство полнейшее. Да, и мы как табор цыганский. Цыганам не понравилось, они ушли. А мы не можем уйти. Мы виноваты, что здесь дома поставили. Не учли этот момент, что будет вот такой бесчеловечный. Плохое состояние дороги и непродуманность коммунальной инфраструктуры улицы влекут за собой еще и целый ряд проблем для жителей. Мы писали заявление, чтобы нам поставили мусорные баки. Мы будем выбрасывать мусор и платить. Но ничего не делается. А почему не ставят баки? Потому что нет разворота, и водители, которые работают на машине мусорной, они не хотят сюда заезжать. К нам отказываются ехать даже городские экстренные службы, не говоря уже о такси и коммунальщиках, сетуют жители. В случае с чего рассчитывать мы можем только на себя и взаимовыручку ближайших соседей, продолжают они. Скорая не приезжает. Не приезжают они, отказываются. У вас дорога такая, мы не поднимемся. А если вдруг кто-нибудь умрет? Или беременные женщины есть, и то, и другое. Вот видно, дом, когда горело, пожарка не поднимался оттуда. Пожарка потому что не могла подниматься. Да? Отсюда рукава хотели потянуть, уже дом чуть не сгорело. Человека тещу кровотечение было, с самого верха, это минимум метров 300-400, ее на носилках спускали до скорой помощи вниз. Вот человек, вот само, а она огромная, здоровая женщина, у нас всего 4 человека. А посередине... целая траншея водой унесенная, как окоп в войну копать. Как пояснил замначальника управления экономического развития, строительства и ЖКХ мэрии Карачаевского городского округа Руслан Башлаев, на данный момент по обращению жителей улицы Подгорная подготовлена проектно-сметная документация, которая уже прошла успешно соответствующую экспертизу. Ремонт дороги запланирован к следующему году. Проектно-сметная документация предусматривается асфальтирование, дренажная система водоотведения. То есть все это предусмотрено. Плюс там есть участок с подпорной стенкой, которая рушится. И подпорную стенку, и дорогу на следующий год, 2021 год, планируется отремонтировать. Проблему знаем, ну, занимаемся своими силами. Карачаевского городского округа не получается. Будем делать заявку в Минстрой КЧР, чтобы выделили субсидию из дорожного фонда. Как еще поведал нам Руслан Башлаев, в 2019 году наиболее сложную часть подъема улицы укрепляли армированным бетоном. А чтобы хоть как-то облегчить жизнь людей до запланированного в следующем году капитального ремонта, в скором времени по улице Подгорная будут проведены временные облагородительные работы. Ахмат Халкечев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.